Я в кондитерском магазине фабрики Крупской. И здесь продается лещ. Лещ. Шоколадный лещ. Можно не удивить. Я даже не поверила, потому что написано сзади, что он состоит. Из чего он состоит. Какао, сахар. Ну, в общем, все, что нужно. Так что есть шоколадный лещ и есть шоколадная корюшка. А можно я еще скажу? А есть мои таракашки. Вот посмотрите, какая прелесть. То есть каждый, у кого есть таракашка, можно его, ну, скажем, облить шоколадом и потом съесть. И не будет ни у кого таракашек. Но ты решил купить моих таракашек, да? Ну, я и леща, и таракашек. Ну, знаешь что, у меня есть свои таракашки, если честно. А еще здесь есть молочный шоколад конопля. Можно купить просто коноплю, можно коноплю без сахара и коноплю с сахаром. И финал. Смотрим дальше, ребята. Я армянский. А еще есть, ой, можно вот это, шоколад президент. Смотрите, какая прелесть. Шоколад президент с теплом в душе и с перцем в сердце. Так что будете в Питере, зайдите в кондитерский магазин фабрики Крупской, получите массу неожиданностей и массу удовольствия.